Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydur. Председатель Совета аксакалов Организации турецких государств Бинали Йылдырым посетил Кыргызстан с рабочим визитом. В рамках своего визита в Кыргызстан Бинали Йылдырым встретился с президентом Кыргызстана Садыром Джапаровым. В ходе встречи глава государства поздравил гостя с избранием на почетный пост председателя Совета аксакалов ОТГ и поблагодарил его за личное внимание, оказываемое Кыргызстану. Садыр Джапаров положительно отметил деятельность Организации тюркских государств и подтвердил готовность кыргызской стороны к развитию сотрудничества в рамках организации. В частности, он призвал Бинали Йылдырыма поддержать инициативу Кыргызстана о размещении штаб-квартиры Тюркского инвестиционного фонда в Бишкеке. В ходе встречи президент также обсудил с депутатом Великого национального собрания Турции активизацию кыргызско-турецкого сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах. В частности, Садыр Джапаров подчеркнул, что Кыргызстан и Турция, будучи стратегическими партнерами, должны приложить все усилия для развития многопланового сотрудничества в интересах двух братских народов. В свою очередь, председатель Совета аксакалов ОТГ Бинали Йылдырым выразил главе государства искреннюю благодарность за теплый прием и поддержку его работы на текущем посту. Бинали Йылдырым ознакомил президента с основными направлениями деятельности Совета аксакалов ОТГ и сообщил, что его очередное заседание планируется провести в июле этого года в Кыргызстане. Одновременно он отметил, что Совет аксакалов окажет содействие реализации решений прошлогоднего саммита глав стран-участниц организации, среди которых значится вопрос скорого учреждения Тюркского инвестиционного фонда. В заключении он передал Садыру Джапарову приветствие и наилучшие пожелания от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Төрага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Талант Мамытов принял председателя Совета старейшин Организации тюркских государств Бинали Йылдырыма. На встрече обсуждалась тема активизации политико-экономических и культурно-гуманитарных связей между тюркоязычными государствами и роли старейшин в этом вопросе. Талант Мамытов с удовлетворением отметил интенсивное развитие традиционных братских отношений и сотрудничества между Кыргызстаном и Турцией. «Нас связывает не только стратегическое партнерство, но и общая история и культура», — сказал он. Төрага также говорил о соглашениях, подписаны в ходе встречи глав двух государств в июне прошлого года. Он подчеркнул, что в глобальном мире, в частности, в периоды политического и экономического кризисов, особую ценность приобретают советы старейшин, которые, безусловно, будут полезны и при реализации двусторонних договоренностей между Кыргызстаном и Турцией. Касаясь вопроса укрепления межпарламентских связей Кыргызстана с тюркоязычными странами, Талант Мамытов сказал, что данное направление является приоритетным во внешнеполитической деятельности. Он проинформировал, что в этом году в Кыргызстане планируется провести очередное заседание Совета парламентской ассамблеи тюркоязычных стран. В свою очередь, Бинали Йылдырым рассказал, что Совет сотрудничества тюркоязычных государств, соглашение о создании которого было достигнуто в городе Нахичеван в прошлом году, был трансформирован в Организацию тюркских государств. В этом контексте возрастает роль и значение Совета старейшин. В июле этого года мы планируем провести очередное заседание Совета старейшин в Кыргызстане, в городе Талас, на земле нашего великого предка Манаса или на Иссык-Куле, добавил он. В ходе разговора Бинали Йылдырым также напомнил, что в рамках 8-го саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств лидерами стран-участниц был принят документ «Видение тюркского мира 2040». В документе обозначена дорожная карта сотрудничества в информационно-коммуникационной сфере в области образования и культуры. «Думаю, что мы имеем хорошие перспективы развития нашего взаимодействия. Турция готова оказать содействие Кыргызстану в открытии современных технопарков», — отметил он. В завершении Бинали Йылдырым пригласил Төрага Таланта Мамытова посетить 4-е Всемирные игры кочевников, которые пройдут с 29 сентября по 2 октября этого года в турецком городе Изник. В ходе встречи с Бинали Йылдырымом, председателем Жогорку Кенеша Талантом Мамытовым, министром экономики и торговли Кыргызской Республики Данияром Мангельдиевым, министром транспорта и коммуникации Эркенбеком Осоевым и другими государственными должностными лицами стороны обменялись мнениями по различным вопросам, в том числе по итогам 8-го саммита Организации тюркских государств. Бинали Йылдырым заявил, что на 8-м саммите, состоявшемся в Стамбуле, Тюркский совет получил новое название как Организация тюркских государств и что на этом саммите были поставлены новые новые цели. Находясь в тесном сотрудничестве, государства-члены Организации тюркских государств прилагают усилия для увеличения объемов совместной торговли. А Мангельдиев обратил внимание на важность начала работы Турецкого инвестиционного фонда в рамках Организации тюркских государств. Позже Йылдырым встретился с министром транспорта и коммуникаций Осоевым. Стороны нацелены на развитие отношений между Турцией и Кыргызстаном, а также на дальнейшее развитие сферы транспорта и связи между государствами-членами Организации турецких государств, заявив, что они отдают приоритет развитию отношений в сфере транспорта, включая южные и северные коридоры. Йылдырым отметил, что стороны считают железнодорожную линию Китай-Кыргызстан-Узбекистан очень важной и выгодной для развития восточно-западной торговли. Йылдырым заявил, что встретился с министром Осоевым в Венгрии, где был обсужден ряд важных вопросов. Йылдырым подчеркнул, что после исторического саммита организации, состоявшегося в Стамбуле, для тюркского мира началась новая эра. Он добавил, что в конце этого года планируется проведение 9-го саммита в столице Узбекистана, в Ташкенте. Перед возвращением в Турцию Бинали Йылдырым, председатель Совета аксакалов Организации турецких государств, встретился с турками-ахыскинцами в Кыргызстане в посольстве Турции в Бишкеке. Ассамблея народа Кыргызстана провела праздничное мероприятие, посвященное Наурузу. Представители этноцентров и гости собрались на мероприятии у столичного Дома дружбы, чтобы поздравить друг друга с началом весны и Днем равноденствия. В празднике также приняли участие представители правительства Кыргызской республики, депутаты Жогорку Кенеша, Кимиата, города Бишкек, сотрудники Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики, члены Ассамблеи народа Кыргызстана, общественные деятели, молодежь, представители СМИ и гости. Заместитель председателя Ассамблеи народов Кыргызстана Зухра Шидакова поздравила всех с праздником Науруз. Науруз – день весны и возрождения, который имеет глубокие исторические корни. Недаром наши народы называют его Великим днем. В этот священный момент люди прощают друг другу свои обиды и желают только тепла. В этот день принято расчищать родники и сажать деревья. Доброй традицией стало оказание благотворительной помощи. Взрослые объясняют и прививают своим подрастающим сыновьям и дочерям смысл единства и труда. Безусловно, в основе за каждым благородным делом исконной традиции кроется многовековое наследие нашего народа, отметили в своем поздравлении выступающие. Также экс-председатели Ассамблеи Джанил Тюмибаева и Иса Токуев поздравили весь народ Кыргызстана с Наурус Майрамы и пожелали мира и благополучия. Весомый вклад в укрепление межэтнического согласия вносит Ассамблея. Дом дружбы, ставший общим домом для всех этнокультурных центров, является источником созидательной гражданской инициативы, содержательной и большой воспитательной работы. Я бы хотел бы сегодня поздравить всех жителей нашей страны, всех граждан, которые проживают в нашей стране, с этим прекрасным праздником, праздником Норуз. Норуз, который отмечает сегодня не только у нас в стране, весь тюркоязычный мир отмечает этот праздник. Этот праздник, праздник равноденствия, праздник обновления. Сегодня, когда весь мир отмечает этот день, я хотел бы, чтобы в мире восстановился благополучие, мир, и хотел бы, чтобы все народы, весь народы и наш народ в том числе, мы ощущали благоденствие, и с этим праздником, чтобы воцарилось мир во всем мире. Я, как сказал, чем хорошая война, лучше худой мир, как говорится. Там мир будет в каждом доме, пусть благоденствие, благополучие будет в каждой семье. Пусть дети растут на радость своим родителям, внуки, там, правнуки, на радость своим дедушкам, бабушкам. Пусть в общем весь народ ощущает себя защищенным, удовлетворенным и будет постигать новых достижений, успехов в своей жизни. По сути, главная цель любого государства – это его независимость, национальное единство, мир, согласие в обществе. Во время праздника зрители посетили экспозиции столичных этнокультурных объединений, где была представлена возможность познакомиться с культурой, традициями и обычаями этносов. В ходе праздника были вручены почетные грамоты за активную роль Ассамблеи народа Кыргызстана. Праздничная программа продолжилась концертными выступлениями профессиональных и художественных коллективов этнокультурных центров. Чапқан жалынжаш, өтіп кетсе табылбас, ер жігітке шаймаша, ер кепейлі қарындаш, ер кепейлі, ер кепейлі. Ханжеза Карим Нимзаревич, депутат Московского округа, одномандатного. Сегодняшние пожелания, конечно, Наурус – это замечательный праздник весны, праздник жизни, где все народности отмечают День равноденствия. Хотел бы пожелать всему Кыргызстану, всему миру, мира, благополучия и успехов. Самое главное, чтобы мы этот хрупкий мир сегодня смогли сохранить в единстве и в дружбе. Сегодня такое мероприятие проходит в Доме дружбы, олицетворяющий мир, где много национальностей в мире, в единстве и в согласии, бок о бок идут вместе. Хотел бы всем пожелать толерантности, и чтобы каждая диаспора смогла сохранить свои культуры, обычаи, традиции и свой язык, наряду с этим смогла полномерно изучить и государственные языки и участвовать во всех мероприятиях государственных. Спасибо большое. Я хочу поприветствовать и поздравить с праздником весеннего равноденствия, с обновлением, праздником весны, радости, Наурус наших соотечественников, кыргызстанцев. Пожелать им в первую очередь крепкого здоровья, во-вторых, высоких целей, в-третьих, вот мы сегодня присутствуем на замечательном мероприятии, которое организовала Ассамблея народов Кыргызстана. Хочу, чтобы в нашей, не пусть небольшой, но очень дружной стране всегда было представлена такая большая диаспора каждой культуры, чтобы мы дружили между собой, чтобы как их предки дружили, так же их дети, внуки в будущем для себя ассоциировали Кыргызстан как со своим родным домом, чтобы всегда были возможности для развития для всех и для каждого, равные, одинаковые возможности. Пусть этот год будет урожайным, пусть это самое главное, чтобы был мир над головой, чтобы люди понимали друг друга, чтобы было больше взаимопонимания, согласия, мира и дружбы. В конце прошлого года посол Кыргызстана в Азербайджане Кайрат Осмоналиев представил свою страну в интервью «Кавказ-ТВ Азербайджана». Надеемся, что это интервью посла привлечет ваше внимание. Теперь представляем первую часть этого сюжета. Почувствовали здесь, в своем родине или в какой-то чужой стране? Я могу сказать, что Азербайджан для меня до назначения на должность чрезвычайного полномочного посла был достаточно известен. Впервые я посетил Азербайджан в 2016 году в качестве международного наблюдателя. Конституционный референдум проводился. Я в то время занимал должность члена Центральной избирательной комиссии Кыргызстана. И после этого у меня была возможность несколько раз посетить Азербайджан, поскольку во-первых, по работе, во-вторых, я проводил еще небольшое исследование 2 года назад, которое было посвящено политическим и правовым аспектам Нагорно-Карабахского конфликта. Поскольку я сам являюсь юристом, доктором юридических наук, профессором, заслуженным юристом Кыргызской Республики, и в последнее время занимался вопросами региональной международной безопасности. И тема Карабах, она для меня была уже известна. И в этой связи я провел исследование. Я очень часто на протяжении, скажем так, вот этих лет общался с представителями ваших средств массовой информации, в том числе и комментировал, и, значит, даже послание президента, комментировал вопросы, которые связаны были с обеспечением безопасности на Южном Кавказе. До этого я работал, значит, в дипломатической сфере и был проректором дипломатической академии Кыргызстана. И, конечно, эти вопросы для меня были известны. Ну, Азербайджан, так же, как и Кыргызстан, нам известен еще с советских времен. В 1997 году был заключен договор о дружбе и сотрудничестве с Азербайджанской Республикой. В 1995 году в рамках празднования тысячелетия эпоса «Манас», в то время президент, лидер Азербайджана, уважаемый Гейдар Алиевич, посетил Кыргызстан, где он выступил с речью, где, соответственно, очень важные аспекты он обозначил. Я хотел бы просто на этом, может, остановиться. Он сказал: «Телевизбир, динемисмир». Он выступал и на официальном языке, на русском языке, и на азербайджанском языке. Что нас особенно объединяет, это наше тюркоязычное, так сказать, общее. Вот. Поэтому, конечно, для меня Азербайджан, он всегда относился к категории, во-первых, братских стран. Кыргызский народ всегда сопереживал эти сложные моменты и искренне радовался успехам и достижениям братского азербайджанского народа. Для меня страна Азербайджан, она знакомая, братская. Я думаю, что та миссия, которая возложена на меня, это доверие президента нашей страны. И я недавно вручал верительные грамоты, значит, уважаемому Ильхаму Алиеву, его превосходительству. И мы имели эту возможность проговорить и, значит, перед камерами, и после камер о том, что Тилишбир, Инвизбир, фундамент, еще раз хочу сказать, этих межгосударственных нынешних отношений заложил еще Гейдар Алиевич, личность выдающаяся, легендарная. И я думаю, что сейчас и у руководства Кыргызстана есть понимание о том, что нам необходимо то, что и так происходит исторически, да? У нас даже без экономических отношений всегда будет потребность в общении. Вот. И я думаю, что одна из этих важных задач, конечно, это развитие культурно-гуманитарного сотрудничества, чтобы мы больше узнавали друг о друге. Ваши родители вас воспитывали как политолога, как профессора юридических наук, как, ну, они вас воспитывали так, что вы добились успеха. В этом передаче мы хотим именно вашу личность показать нашим зрителям как пример успеха, как пример личного успеха вашего, чтобы и получать ключи, которые они вот молодые смотрят, вот как он добился этого. Конечно, вообще человеку должно 3 раза в жизни повезти, то есть, чтобы удача улыбнулась. Значит, это первый раз от кого родиться. Ну, все-таки есть наука генетика, и это очень важно, есть воспитание. Я благодарен Всевышнему, что у меня такие родители, они живы, дай Бог им здоровья. Значит, отец у меня советский полковник милиции, очень уважаемый юрист в стране, сейчас ветеран органов внутренних дел. И мама у меня тоже работала, значит, в правоохранительной системе, она работала в пенитенциарной системе, даже была начальником колонии. Так что я получил достаточно строгое воспитание изначально. Значит, я родился старшим сыном. И, естественно, когда человек... У нас 4 в семье, после меня 3 сестренки. Естественно, что старшим всегда больше требований, больше ответственности. И, конечно, это накладывает свой отпечаток. Вот, это первое везение, вот, от кого родиться. Второе везение, у кого учиться, то есть кто твой учитель. Если получаешь хорошее качественное образование, если это педагоги, которые не просто там сосуд наполняют там знаниями, они зажигают этот сосуд, открывают какие-то скрытые возможности в ученике, скажем так, да. Но мне тоже 2-й раз повезло, потому что я получил достаточно хорошее образование еще. Получается, я в 90-м году поступил в один из самых престижных милицейских вузов страны, Омской высшей школы МВД СССР, милиции. И закончил в 94-м году с отличием. А до этого закончил школу с медалью, потому что всегда мои родители и мой отец, в частности, он всегда поощрял какие-то лидерские качества. То есть ты должен быть, стараться быть первым в учебе, как какой-то другой активности там. Вот. И, к сожалению, допустим, мне в спорте не удалось продвинуться по объективным причинам, но я сконцентрировался на том, что старался быть первым в знаниях. Учился, потом у меня была возможность очно закончить аспирантуру в Москве, в Академии МВД Российской Федерации. Там я защитил кандидатскую, был, по-моему, одним из самых молодых кандидатов юридических наук, 24 года. Кандидатскую защитил, 32 защитил докторскую диссертацию там же в Москве. И, естественно, вот, имел возможность повышать квалификацию в очень серьезных учебных заведениях. Это тоже очень важно. Ну и третье везение – это на ком жениться или за кого замуж выходить. Вот круг замкнулся. Угу. Да, это тоже очень большое везение, потому что нужно очень правильно выбрать спутника жизни, супруга, которая должна быть поддержкой во всех отношениях. За каждым великим мужчиной стоит великая женщина. Ну, ее интерпретируют еще в другую сторону, что может быть тоже правда. Но, тем не менее, это очень важно. Супруга, дети. Вот. И в этом смысле я думаю, что составляющая успеха – это вот синергизм, то есть эффект взаимодействия всех этих элементов очень важных. Ну и к этому всему всегда нужно приложить определенное усердие, старательность. Под лежачий камень вода не течет. Вот. Нужно всегда понимать, относиться ко всему к оптимизму. Если где-то какие-то двери не открываются, это означает, что где-то они в другом месте откроются. Надо всегда стараться, надо искать возможности. Нельзя, когда, так сказать, что-то не получается, отчаиваться. Надо работать. Надо... Самое главное, надо ставить цели. Я, например, привык планировать там, на 5 лет, на 10 лет, на еще большую перспективу какие-то эти вещи. Что-то, если не получается, что потом надо работать по другим направлениям. Вот, поэтому для того, кто что-то ищет, для того, кто не отчаивается и кто старается делать, успех всегда будет. Правильно сказали, что все-таки родители. Родители – это первое, то, что, первая важная составляющая. И здесь родителям, я тоже родитель, у меня тоже дети, оказывается, все-таки самый важный элемент воспитания – это личный пример. Как правило, это срабатывает. Как вы выбираете друзей? Друзей много не бывает, их не может быть. Если вы вспомните скифов, это наши очень древние-древние тоже родственники. Кстати, они кочевали здесь, в этих районах, чуть-чуть выше, при Черноморье. Так вот, у скифов считалось, что у друзей может быть 2, 3, 4, не больше. Если человек говорил, что у него друзей там 100 тысяч и так далее, то к этому скифу относились с некоторым неуважением. Считалось, что у нормального воина скифа может быть только лишь 3-4. Это у скифов. Я где-то с этим согласен. Очень крепкая дружба, которая зародилась где-то в детстве. Почему? Потому что в детстве мы не смотрим там, какой у него капитал у этого знакомого, который другом становится. Мы не смотрим, какого он происхождения, какой он национальности. Потребности души, если они еще связаны с потребностью ума, то есть это уважительные, соответственно, отношения, то в этом случае это есть то, откуда складывается отношение дружбы. В зрелом возрасте друзей находят, ну, говорят, что находят по интересам. Интересы сегодня есть, завтра их нету. А потребности души остаются или нет? Вот они самые искренние, они в детстве. Вот, поэтому я думаю, что друзей много быть не может, настоящих друзей. Может быть там 3, 4, 5. Остальные по объективным причинам это хорошие знакомые или просто знакомые. И к друзьям надо относиться, конечно, очень бережно. Я могу назвать, ну, максимум 5 тех людей, которых называю своими друзьями. Остальные все хорошие знакомые или просто знакомые. Сейчас такая эра, интернет-эра, да, и тут очень много, вроде много информации, но большинство из них фейковая информация. Каким способом вы фильтруете информацию и получаете правильную информацию? Потому что сейчас очень много фейковой информации. Во-первых, для того, чтобы ее анализировать, нужны какие-то определенные познания. Нужен комплексный взгляд, да? Поскольку законы Геббельса о том, что есть, чем чудовищнее ложь, тем она как бы эффективнее работает, и можно так сформулировать, они в наше время очень четко доказали свою состоятельность. Поэтому, конечно, любую информацию надо перепроверять. Это вопрос касается источников. Если мы говорим о каких-то, скажем так, источниках, есть такие сайты, которые, я не буду перечислять, я их знаю, у меня есть пул сайтов, которые просто нельзя терять времени что-то оттуда читать. Есть проверенные источники, есть проверенные журналисты, есть официальные источники. Но я еще раз говорю о том, что прежде чем как бы пускать в ход какую-то информацию, всегда ее надо перепроверять, раз, верифицировать. Во-вторых, ее нужно анализировать с точки зрения рисков, как она, в каком направлении может быть использована. Ассоциация независимых промышленников и предпринимателей «Мусиад» продолжает развиваться в Евразии, продолжая свою деятельность в регионах тюркских республик в рамках своего видения торговой дипломатии. «Мусаид» осуществляет важные разработки в евразийском регионе. Например, в 2022 году будут открыты отделения Ассоциации независимых промышленников и предпринимателей в Кыргызстане и Узбекистане. Более подробно об этом мы попросили рассказать главу кыргызского отделения Ассоциации независимых промышленников и предпринимателей Реджепа Гюзеля. Он отметил, с тех пор, как мы прошли официальную регистрацию, мы проделали большую работу по увеличению количества наших членов и началу масштабных мероприятий. В качестве первого мероприятия мы планируем провести бизнес-форум в Кыргызстане. Наша главная цель – объединить бизнесменов Турции и Кыргызстана для более активного сотрудничества в различных сферах и развития деловых отношений и бизнес-проектов. Кроме того, мы хотим выступить в роли посредника для кыргызстанских предпринимателей в направлении турецких капиталов для инвестиций в эту страну и привлечь больше финансов в экономику Кыргызской республики. Точнее, мы будем играть роль моста. Я надеюсь, что все намеченные планы нам удастся реализовать в ближайшее время. Привлечение турецкого капитала и инвесторов в Кыргызстан. После встречи президентов Турции и Кыргызстана также считается главной темой дня. В каком формате эти задачи будут реализовываться в программе развития Баткенской области? Bunun içerisinde halihazırda doğal süreçte müsait üyelerimiz de yer almakta. Bizler de buradaki organizasyonlara Müsiyat Kırgızistan olarak katkı sağlıyoruz, katkı sağlamaya çalışıyoruz ve Türkiye'deki organizasyon açısından da hem Büyükelçiliğimizle hem de Türkiye ayağında bakanlıklar düzeyinde de takip ediyoruz. Активное участие в этом направлении принимает группа «Остим», которая считается крупнейшей инвестиционной компанией, расположенной в Анкаре. Также некоторые члены Ассоциации независимых промышленников и предпринимателей из нашей компании также принимают участие в этом проекте. Мы, как и кыргызстанское отделение, принимаем активное участие в возрождении и инвестировании Баткенской области. Мы занимаемся этим вопросом одновременно через посольство Турции в Кыргызстане и наше Министерство иностранных дел. Мы стараемся участвовать в этом проекте на максимальном уровне. Как я упоминал ранее, наши члены, работающие в Турции, входят и в инвестиционную группу «Остим». Реализация проектов будет способствовать созданию новых рабочих мест в Кыргызстане и ликвидации безработицы, пусть и частично. Конечно, этот проект также волнует и заставляет задуматься. В то же время он является образцовой программой, которая откроет дорогу новым инвесторам. Безусловно, этот проект принесет пользу Кыргызстану. Мы полностью в это верим. Кыргызстан очень важен для нас. Мы видим его как свою родину в Евразии. Мы понимаем, что здесь не хватает инвестиций. Возможно, и мы виноваты в этом, что опоздали на долгие годы. Мы занимались образованием, здравоохранением, торговлей. Тем не менее, при поддержке нашего государства мы участвовали во многих инвестиционных проектах. Крупнейшие проекты – Университет МАНАС, фонд Маариф, больница Достлук и другие. Возвращаясь к этой идее, у нас очень мало крупных производственных инвестиций. Одной из причин этого было отсутствие стабильности в Кыргызстане до недавнего времени, гарантии иностранных инвесторов, бюрократические препоны в некоторых некоторых законах отсутствие прямых инвестиций. Это правда, что инвестор хочет гарантий и стабильности. Преодоление этих проблем, новые прочные связи, установленные между новым кыргызстанским правительством и турецким руководством, вселили надежду в наших турецких инвесторов. Часто открытые контакты, договоренности и совместные решения между двумя странами вызывают у инвесторов надежду на благополучное и длительное инвестирование в экономику Кыргызстана. Наша страна обладает самым большим потенциалом в Центральной Азии. Здесь находится самый большой рынок дурдой. Это рынок из более чем 100 тысяч контейнеров. Делая этот комплекс более цивилизованным, можно добиться больших успехов с учетом географического положения. Если будут предприняты плановые шаги по увеличению производства и созданию новых рабочих мест, появится возможность экспорта товаров на крупные рынки, такие как Россия и Китай, а также вовлечение кыргызстанцев, работающих за рубежом, в программу развития своей страны. Раджаб Бей. В Казахстане Ассоциация независимых промышленников и предпринимателей существует уже много лет. Вы, как кыргызское отделение, в июне этого года отметите первый год своей официальной деятельности. В Узбекистане создается новый филиал этой организации. Мы также слышали, что Кыргызско-Узбекская ассоциация независимых промышленников и предпринимателей проведет совместный бизнес-форум. Что вы можете рассказать об этом? Мы планируем провести наш бизнес-форум в первую неделю июня, в то же время с участием нашего генерального директора и аналогичной делегации из Турции состоится официальное открытие наших отделений как в Кыргызстане, так и в Узбекистане. В дополнение к нашему официальному открытию, наша главная цель – объединить деловых людей стран Центральной Азии, провести наше первое крупномасштабное мероприятие, чтобы объединить представителей бизнеса. Мы сделаем заявление для прессы по этому поводу. Мы уже начали подготовку к этому мероприятию, в котором примут участие турецкие и кыргызстанские официальные лица, посольства и турецкие учреждения. Оно должно было пройти прошлой осенью, но нам пришлось отложить его из-за пандемии, и тогда у нас сменился генеральный директор в Турции. В настоящее время наш совет правления переизбран, и мы сейчас работаем над привлечением новых членов в нашу организацию. Sadece Mürşat Kırgızistan olarak değil, Büyükelçiliğimizin içinde yer aldığı, Manas Üniversitemizin organizasyonun içerisinde yer aldığı, bakanlıklarımızın içinde yer aldığı bir organizasyonu hedefliyoruz. İnşallah dediğim gibi Mürşat sanayici ve iş adamlarımıza yatırım için burada bir köprü oluşturma hedefi ve misyonuyla hareket edecek. Bunu da Haziran ayında inşallah ilk adımlarını atacağız. Кубра Насибли живет в Азербайджане. Его дедушка и бабушка познакомились и поженились во Фрунзе еще во времена Советского Союза. После их развода отец Кубры Фазиль Насибов остался со своим отцом и не видел мать с тех пор. Мужчина надеется разыскать в Кыргызстане бабушку и просит помочь в поисках. «Я ищу свою бабушку Нелю Николаевну Баранову в девичестве. В конце 1960-х годов мой дедушка служил во Фрунзе, Киргизской ССР. Там он познакомился с Нелей Николаевной Барановой. Они поженились и поехали в село Бузлу Лачинского района в Карабахе, где в 1969 году родился мой отец», рассказывает Кубра Насибли. Потом мои бабушка и дедушка вернулись во Фрунзе. Недолго пожив там, они развелись. Моего отца забрал дедушка. Он жил с годовалого возраста со своим папой в Азербайджане и с тех пор ни разу не видел свою маму. Со слов мужчины, его отцу ничего не рассказывали о матери. Папу зовут Фазиль. Ему предложили увидеться с мамой только после того, как ему исполнилось 20 лет. Но папа не захотел. Он тогда был обижен на нее из-за того, что она не искала его все эти годы. Сейчас ему 53 года. Он хотел бы встретиться со своей мамой, но боится, что теперь она не захочет увидеть его, говорит Кубра Насибли. Сегодня внук решил разыскать свою бабушку и объединить семью. Дедушка Кубры Камиль Насибов был признан национальным героем Азербайджана за ранение во время военных действий в 1992 году. Дедушка уже умер. Информацию о бабушке в семье знал только он. А теперь спросить не у кого, и я пытаюсь найти ее сам. Если вы что-либо знаете о моей бабушке или о ее родных, большая просьба поделиться со мной информацией, просит Кубра Насибли. Если у вас есть сведения о Неле Николаевне Барановой, вы можете позвонить в редакцию информационного ресурса «Кактус» или в передачу «Мост дружбы».